Всем добрый день. Сегодня у нас пенсия. Хочу вам показать, какие мы покупки сделали. До этого в магазины не ходили, ажиотажа у нас в семье не было. Не бегали, не искали сахар. И запасов у нас нет, мы никогда не покупали ни по 5, ни по 10 килограмм. Ну, купим 2 упаковочки и все. Вот, поэтому сегодня пошли в магазин, а оказывается, в магазинах нет сахара. Сахар мы все-таки купили и поехали платить кредит в Россельхозбанк. И у нас есть там магазин «Радный». Это наш магазин от «Радненский». Мы зашли туда и там купили. Не стали мы ни по пятерочкам ездить никуда. Вот увидели сахар. 89 рублей с чем-то стоит килограмм сахара. Взяли 2 килограмма. Люди как бешеные. Вот честное слово. Саша в пятерку ходил вчера, говорит, один рис лежит. Все смели. И пшеной смели, и гречку смели. Ну все смели. Вообще кошмар. Так, мордовскую курочку и вот эти вот прослоечки я купила у нас на 40-м, есть мясной магазин. Вот за 2 прослойки и за курицу я отдала 910 рублей. 410 рублей курица, остальное прослойки. Потом зашли, там же мы на 40-м, у нас есть магазинчик такой по улице Пионерской, там рыба и колбасы. Захотелось, давно вот жареную рыбу не ели, и я прям соскучилась. Хотела взять хек, но выбора не было. Морской окунь не смогли раздолбить, он замерзший был, она его там лупила, не смогла. Но минтай, 2 рыбки минтая. И купили еще селедочку соленую. Вот за селедку соленую, она 90 рублей, селедка соленая одна штука. И все вместе вот с минтаем и селедкой я отдала 250 рублей. Минус 90 селедка, остальное вот минтай. Вот не посмотрела, сколько стоит минтай, уж извините меня. Сколько сегодня было у меня этих самых забот, что я не все посмотрела. Чек-то мне дали, а там не написано, что сколько где стоит. Так, дальше мы зашли в Ермолино. Прянички, Сашины любимые, сказал, только привезли мягкие. 2 паштета, тоже Саньку, он любит. Наши любимые вот такие вот. Посмотрите, они как вот свиные ушки сделаны. Здесь говядина и курица, пельмешки. 240 рублей килограмм, 240 чем-то. Взяла я 6 киевских котлеточек, по-моему, 100 грамм 40 рублей, так дороговато. 10 штук взяла маминых блинчиков с мясом, мамины блинчики с мясом называются. Так, ну это та вот селедка, про которую я говорила, селедку Александр Иванович захотел. А, пачка масла. Хотели уже в другое место поехать, вот в пятерке, в магните мы там оплачивали Альфа-банк, и там можно было купить простоквашино 169 рублей 82,5. Ну, думали, заедем к Армяночке на рынок наш, на Солнечный, а потом что-то так устала и в Ермолино взяла. Аж за 208 рублей вот эту вот пачку. Ни разу мы не брали, я не знаю сколько, по вкусу как. Ну, в общем, взяли на пробу уже просто от усталости. Не захотела никуда больше ехать и искать. Так, это Ермолино было. В Ермолино я отдала 920 рублей. Так, что мы купили в Радне в нашей? Печушки. Смотрите, какие интересные. Из слоеного теста с арахисом. Это в Радне. По улице Орлова на 93,81, а так 286 рублей килограмм стоит. Купила масло Олейна. Обычно я покупаю Слободу. Что-то в последнее время как-то оно подгорать начало, это масло Слобода. Что-то я прям начинаю разочаровываться. А мы как-то покупали Олейну для дачи и там не съели, я его привезла домой. И пекла я хворост
И к моему удивлению, хоть на хворосте там и мука, мука горит, но олейна показала себя с лучшей стороны. Взяла про запас, а то что-то все говорят про масло да про сахар. Иваныч купил себе халву. 216 рублей килограмм, но здесь на 64 рубля. Соль Илецкую увидели тоже в Радне. Купили две пачки. Я вам потом чек покажу. Макфа, макароны. Пшеничку отечественную нашу тоже. Потом гречку. Гречки, говорит, нигде нету. Гречку взяли. Вот он сахар. 2 килограмма. 2 килограмма. Здесь у нас кило 650 на 145,20. Такие вот спагетти. И 2 упаковки яиц. Вот такие яйца никогда не брала. Вишкаемская птицефабрика. Не знаю, где такая находится. Но яйца, хочу сказать вам, гигантеллы. Сейчас я вам чек покажу. 2 упаковки взяла. Тут что-то у нас яйца как-то быстренько идут. Сейчас пойду за чеком схожу. Взял. Это еще не все в этом магазине. Любимую мою икорку. Сейчас я вам скажу. Саша купил себе там вольская конфета на сливках коровка. Вот такие вот. Любит он. Макфа. Сколько здесь? 2 килограмма. Мука Макфа. Так, здесь вот плохо видно вам, наверное, будет. Сейчас я вам быстренько скажу. Так, яйцо 96,91. Макфа 70 рублей. 142 рубля. А, макароны, извините. Макароны, макфа, рожки 70 рублей. Гречка 122 рубля. Крупа пшеничная 23 рубля. Так, макаронные изделия вермишель 66 рублей. Сахар весовой 88 рублей. А что-то я не пойму, скидка? Там разве 88 и 89 было? А ну 88 с чем-то, наверное? Нет, 00, 88, 00, все. Не знаю. Так, мука Макфа 143 рубля. Соль Илецкая 15 рублей одна штука. Ну, за одну штуку 15 рублей. Да? Икра трески 126 рублей. Я не пойму, тут какая-то скидка, что ли? Нету скидки никакой. Скидка 18 копеек. Что-то вроде цены там другие были. Икра трески была 140, по-моему, с чем-то. Масло олейна 148. Печенье, чипсы арахисовые. Я вам сказала. Так, санитайзер для матери купили. Она просила 43 рубля. Говорю, давай куплю что-то другое. Не, мне нужен санитайзер. Ну, купила. Лапша Ролтон. Где моя лапша Ролтон? Где она? Где она? Вот, рамен мой. Так, лапша Ролтон, 55 рублей. Так, покупки были на 1421 рубль. И в Магните мы немножко купили, сейчас скажу, что. Вот все, что купили мы в Магните. Лучок репчатый. Сейчас по чеку скажу. Кофе выбрала, самое дешевое. Кофе подорожало. Ой-ой-ой. То кофе, которое я брала, оно уже около 400. Наш любимый чай. Принцесса Нури, солнце. Цейлона. Сейчас скажу, сколько стоит. Две морковки. 206. Огурец один. Такой немягкий, прям такой огуречище. Огурец длинноплодный. Китайский, наверное. И тесто слоеное, бездрожжевое. Так. Тесто слоеное 75 рублей. Якобс кофе 170 рублей.
не шурши. Огурец длинный 66 рублей. Морковку за две штуки отдала 16 рублей. Килограмм стоит 42 рубля. Лук репчатый стоит у нас 31,99, 32 рубля килограмм. И чай принцесса Нури 219,99, 220 рублей. Вот такие были у нас покупочки. Еще завтра поедем за землей. Земельки купим. Земли нету нашей нигде. Завтра сказали, привезут. Поедем за землей. На этом все. Себя не показываю. Прическа у меня, сами знаете, приняла форму шапки. Всем пока-пока.